В одной из школ гимназии Бишкека открыли патриотический уголок, рассказывающий о героях войны, в том числе и о двух выпускниках пехотного училища, когда-то располагавшегося в стенах этого учебного заведения, Рахимжана Кушкарбаева и Кемеля Тукаева. Подробности у Бакыта Чермашева. Фрунзенское пехотное училище было сформировано по приказу командования Красной армии 21 июня 1941 года. Выпускники училища служили на разных фронтах и участвовали в сражениях. За совершение подвигов получили высокие государственные награды. В их числе народный герой Казахстана Рахимжан Кушкарбаев, первым установивший Знамя Победы над Рейхстагом. Батырларды. Подвиги героев, которые нас защитили, героев, благодаря которым мы сегодня достигли такой жизни, мы должны всегда прославлять и помнить об этом. Особенно важно, чтобы знали об этих подвигах дети. И поэтому нужно как можно больше рассказывать им об участниках и ветеранах войны. Еще один выпускник Фрунзенского пехотного училища Кемель Токаев. Известным писателем он станет уже после окончания войны. А каким он был военным, рассказывает стенд, где описан его боевой путь. Здесь информация о его наградах и послужном списке, в котором указано, за что именно он был удостоен высоких армейских наград. Это два ордена Отечественной войны первой и второй степени и две медали за отвагу. Благодаря им мы сейчас живем в свободе и в счастье. И можем устроить такие прекрасные мероприятия, как в нашей школе сегодня происходит. И я считаю, что наш уголок, он должен быть, и должен быть во всех школах, и должна сохраняться память о наших героях, и это обязательно. Сегодня бывшее Фрунзенское пехотное училище – это Бишкекская школа-гимназия номер 33. Здание учебного заведения относится к историческим памятникам и находится под охраной государства. В будущем здесь планируется открыть музей ветеранов войны, информацию для которого будет предоставлять и казахстанская сторона. Бакыт Чермашев, специально для 24 KZ, Бишкек, Кыргызстан.